В России нет реальной оппозиции. Есть, конечно, либерал-демократы, есть коммунисты. Но это настолько все слабо и несерьезно. Эти же самые люди, которые называются оппозицией, кормятся из этих же кормушек, из общего, как бы с общего стола, от газа, нефти. Возможно, в России так исторически сложилось, что нам нужен царь, регент всех, или человек, который бы руководил целой страной. Поэтому, если так разобраться, может быть, эта оппозиция нам здесь и не нужна.